Кто накормит постящегося мусульманина, подобен тому, кто держал пост. Сегодня, в канун праздника Ураза-Байрам, в ресторанном комплексе «Эдельвейс» прошел республиканский праздничный ифтар от главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. Пригласили всех на разговение желающих, в том числе и палестинцев, которые сейчас находятся в нашей республике. Ранее коллективные праздничные ифтары главы региона прошли во всех городах и районах республики. Муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев поздравил всех с окончанием месяца Рамадан и отметил, что в священной книге мусульман Коране говорится, за проведение таких ифтаров уготована большая награда от Всевышнего. И подобные мероприятия объединяют мусульман, делают их ближе. Духовный лидер поблагодарил главу Карачаева-Черкесии за богоугодные дела и за вклад в развитие и сохранение традиционных ценностей ислама. Рашид Темрезов, в свою очередь, также поздравил верующих с месяцем правильных и добрых дел, пожелал всем здоровья и благоденствия. Кто строил мечети, кто помогал нуждающимся в помощи, жители нашей республики помогают и нашим ребятам, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, помогают мирным жителям Палестины, вот многие из них здесь, которые на нашей республике находятся, здесь сегодня тоже присутствуют, помогают и жителям Белгородской области, которые попадают под артобстрел и сегодня находятся на территории нашей республики. И многие-многие добрые дела. Я хочу всех поздравить, пожелать всем мира, благополучия, милости Всевышнего, и чтобы на нашей земле был мир. Наш президент Владимир Владимирович Путин очень много делает для укрепления веры, духовности, межнационального, межконфессионального согласия. Дайте выше, чтобы так у нас все и продолжалось. С праздником всех! Хочу поблагодарить глава республики. Хочу поблагодарить всех народ этой республики за очень теплый прием наши. Именно как приняли нас среди вас. Мы на самом деле почувствовали себя очень хорошо. Очень, как будто дома на самом деле. Вот, у нас руководитель тоже, Камаль Исмаилович, который следит за нашим прибытием здесь. Хочу сказать, что у нас все хорошо здесь. Как то потеряли, что потеряли в Палестине, то и получили здесь именно. Вот, если... Как для вас прошел этот месяц? Что? Как для вас этот месяц прошел? Этот месяц прошел прекрасно. На самом деле, нам все хватило, больше, чем достаточно. И к нам народ очень близко был все время. К нам пришли, поздравили и пригласили несколько раз на ифтары, на все это. Так что было замечательно. И в мечетях намаз тоже пригласили нас несколько раз. Вот, и было очень-очень хорошо.